Финальная практика 5-го сезона проекта «Модель X». Участницы уже уверенно чувствуют себя на шопинге, разбираются в стилях, знают, как удачно подать свою фигуру. Я проработала для себя, какие вещи мне идут по моей фигуре. Со стилистами мы проработали в магазине по цветовой гамме. Это мне понравилось. По качествам ткани тоже проработали. Посмотрели в одном магазине, в другом магазине. То есть уже видишь отличия. Либо такой костюм ты купишь, либо дороже, и он будет выглядеть солиднее. Сегодняшнее занятие посвящено ситуативному имиджу. Как составить лук для определенного события, например, на выход в свет, а потом трансформировать его в casual. Участницам помогает владелица бутика Woman Венера Гайфутдинова. Для Инны мы подобрали образ с элементами оверсайза, поскольку оверсайз сейчас в тренде, и нам нужно, чтобы было легко, свободно, удобно, комфортно. Здесь мы скомбинировали блузу со светлыми брюками неполной длины и добавили в этот образ кроссовки, а также добавили очень интересную сумку в стиле спортшик. На Майю мы подобрали платье от дизайнера Янис Чималиди. У нас очень часто звучит запрос от женщины, в чем пойти на мероприятие, чтобы потом носить это платье ежедневно и чтобы оно уместно смотрелось в гардеробе. Но обграв это платье кедами, возможно, слегка подкорректировать его по длине. Даже в полуспортивном стиле бомбером мы это платье спокойно привнесем в свой повседневный гардероб и пробегаем в нем все лето. Очень романтичное платье из шитья добавляет Юлии еще больше нежности. Такое платье с нижним подкладом в цвет в телесном цвете всегда приковывает взгляды, его хочется разглядывать и разглядывать. И, конечно, в будущем можно поэкспериментировать и добавлять туда подклады в другом цвете. И это платье каждый раз будет выглядеть по-новому. Кстати, забегая вперед, скажу, что часть этих образов участницы 5-го сезона «Модель X» показали на своем итоговом экзамене – финальной вечеринке, которая уже успела состояться, но это тема отдельной истории.